улица 3-го интернационала, дом 79. Под новой ярко-синей облицовкой скрывается здание, представляющее историческую ценность. Этот дом, которому больше 100 лет, объект культурного наследия. Ну, у нас есть такие источники, что раньше это был дом купца Сипатова. А после 17-го года он пустовал. И пустующее здание, когда пришла советская власть, уже революция, значит, занял комитет Совета рабочих и красногвардейских депутатов. После революции в здании расположился военкомат. Оттуда впоследствии уходили добровольцы на Великую Отечественную войну. По прошествии многих лет дом перешел в частную собственность. Исторический облик здания, увы, утерян. Сейчас собственника обязали заключить охранное обязательство на данный объект культурного наследия. В соответствии с условиями охранного обязательства собственник обязан провести техническое обследование, разработать проектно-сметную документацию и, соответственно, проводить ремонтно-реставрационные работы. Также в обязательство входит и то, что собственник не вправе менять первоначальный облик здания. Так, на доме по улице 3-го интернационала надстроена мансарда, которую владельцу теперь, судя по всему, придется убрать. Татьяна Лисеева, Константин Белов, новости Димитровграда.